это рубрика «Дедлайн», и я ее ведущая Анжелика Пальцева. И сегодня у меня в студии очень необычный и очень футуристичный гаджет. На что похоже это устройство, даже сложно придумать. На самом деле это акустическая система Harman Kardon Sound Stix. Эта модель заслужила место в постоянной экспозиции Музея современного искусства в Нью-Йорке, который отметил необычный дизайн этой акустической системы, что неудивительно. С первого взгляда складывается впечатление, что корпус сабвуфера и колонок сделан из стекла, и вся эта конструкция может с легкостью разбиться. Конечно же, это не так. Это пластиковый прозрачный корпус, который не скрывает деталей начинки, позволяя полюбоваться не только эффектным экстерьером, но и красотой инженерного решения. Устройство поддерживает технологию Bluetooth, которая позволяет слушать музыку в любом месте, подключившись к подходящему источнику звучания. Инженеры компании Harman Kardon используют наиболее совершенные версии Bluetooth-протоколов, позволяющие воспроизводить звучание без потери качества шумов и сбоев. Владельцы такой акустической системы слушают музыку студийного уровня качества. Давайте и мы послушаем. В комплекте идет кабель AUX. Давайте подключим его к телефону и прослушаем музыку. Системы включают в себя 160-миллиметровый сабвуфер мощностью до 40 Вт. Помимо сабвуфера в конструкцию акустической системы входят две периферийных колонки, каждая из которых вмещает в себя 4 динамика. 8 широкополосных излучателей дают мощное звуковое поле большой площади, работая без искажений и потусторонних шумов. Такую акустическую систему можно использовать и на открытом воздухе, и в больших залах. Стоимость устройства 11 500 рублей. Общий вес сабвуфера и колонок более 4 килограммов. А на этом у меня все. Хорошего вам дня, отличного настроения и до встречи в следующих выпусках Дедлайна. Пока-пока!